Привет, с вами Jill Aiden's Family. Сегодня записываю туториал на трек Do It Like This от P1 Harmony. Я сразу покажу партию, соответственно, ребят, которые танцуют рядом, и центра. И, соответственно, потом поменяемся. Начнем мы с партии ребят, которые стоят. Они на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 счет, они приземляются сюда и ждут, соответственно, несколько счетов. Do It Like This делает первым солист. Далее они присоединяются, мы с вами опускаемся в плие, то это ножки у нас будут перекатываться из стороны в сторону. Можно приподнимать пяточки, можно оставлять их на земле и чисто за счет баунса делать. И, соответственно, ручки мы держим таким вот образом и представляем, будто мы бьем барабаны, то есть только не задействуя при этом кисти. Do it like this. После этого мы с вами уводим ножки сюда, ручки по швам. После этого носком переходим сюда и опускаемся вниз. При этом ручки у нас были здесь, далее они идут в крест и опускаются сюда. После этого у нас, видите, немножко корпус развернут. Мы с небольшого баунса идем наверх. После этого пускаем вниз волну, ручки расходятся в стороны, нога делает ронд. Соответственно, после этого приходим с вами вниз. И не меняя уровня, у нас идут по очереди ручки. Правая, левая, вниз. И после этого у нас как будто у нас, соответственно, импульс. Мы поднимаем левую ножку, и у нас идут два шага. Раз, два. И на них у нас работают ручки. Они у нас были здесь, и они идут в голове от локтей. Раз, два. И на ЭО у нас идет несколько движений. Мы с вами отставляем ножку. Правая ручка у нас находится здесь. Она запускает нас. Наш корпус, после этого приходит левая ручка и уже запускает и корпус, и голову, воу. И после этого у нас будет два прыжка на левую ногу, руки раскрываются, ручки вместе и разворот сюда. Угу. Еще раз партия ребят, которые не на центре. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, па-ба-па, эй, ба, бит, низ, и, па-ба, раз, и, два, эй, воу, воу, переход. Партия, соответственно, солиста немножко отличается. Начинается она с того, что мы с вами делаем удар вовнутрь, таким вот образом. И он два раза делает движение пальцами. После этого он первый начинает do it like this. То же самое движение. Затем у него идет сход. Он делает жучок на левую ногу. Ручки раскрываются в сторону. И два раза, соответственно, раскрываем ручки. После этого снова возвращается в это же движение. И дальше, соответственно, у него связка такая же, как у остальных ребят. Соответственно, вторая часть. Снова показываю партию ребят, которые стоят не на центре. Мы с вами стоим, у нас повторяется то же самое движение, просто мы с вами находимся чуть выше, то есть корпус у нас все еще наверху, при этом коленочки все еще согнуты. Мы с вами повторяем эту же связочку, и на второй счет мы с вами будем ходить вниз. Па-ба-па-ба-па-ба. На счет и мы не доделаем движение, и сразу идем на замах. Соответственно, ручки у нас здесь, нога здесь. Далее у нас идет сначала ноги, два шага, после этого взлетает левая ножка. Делает еще один шаг, перекидывание на правую, вниз и встает сюда. Угу. При этом ручки, соответственно, были у нас здесь. Они у нас идут вниз по кругу, прилетают сюда, делают два раза, отодвинули замахом сюда. Правая ручка из-за головы будет выходить сюда, идет в кулак. Мы сами делаем бит и отставляем второй раз ножку сюда. То есть пум-пум. И после этого у нас будет, соответственно, уход сюда. Еще раз вторую связочку с самого начала. И do it like this. И па-ба-па-ба-па-ба. И да-да-эй. Воу. Эй, пум. Та-да-та. И последнее движение. Мы были с вами здесь. Do it like this. У нас с вами ручка работает по простому образу, да. Мы с вами делаем несколько ударов локтем вниз, наверх, вниз, ручка уходит. И через центр приподнимается наверх. При этом ножка у нас была. Они сменяются на правую. Снова смена вниз. Корпус уходит вниз. Растем. И после этого у нас на like this идет два раза бит. Like this.
И еще несколько движений. Мы с вами падаем на левую ножку, при этом ручки у нас идут ко рту. Мы с вами делаем заворот назад, сводим коленочки и ручки вниз и делаем воу, раскрытие. После этого ручки у нас опускаются, левая ножка подползает к правой, и мы делаем сброс с ногами. Паба, паба. При этом каждый раз мы будто что-то стряхиваем. Можно с плеча, можно с груди, можно, соответственно, с коленочки. Do it like this. На this у нас просто ручки идут наверх. Соединяем, соответственно, всю связочку с партии, не солистов. Мы с вами стояли. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, па-ба-па. Эй, оу, бит вниз, эй, па-ба, и э, оу, 1, 2, 3, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и па-ба-па-па, и 1, и 2, эй, do it like this, э, оу, do it like this. Хорошо. Соединим всю эту связочку, соответственно, с вами по скорости 50, 70, 85 и 100%. Gotta do it like this. Don't you ever do it.